Ну нет, так что мы не можем называть вместе. То есть там стоять забор стоять не может. Здесь также будет. Единица здесь проходить не может, потому что она попадет в тупик. Так что здесь идет вот так. Здесь крестик. Вот так. Двойки уже одну крестика можно их сломать. Вот выход. Тут можно нарисовать. Сейчас мы помним про тройки. Такая замечательная мысль. И здесь двойка у нас пойдут вот так. Вот тройки мы уже сделали. Да. Значит, пойдет вот так. Отлично. Здесь двойка. И выходим. Здесь единица. Так что мы идем вот. Да-да-да. Все правильно. Должен же быть отрезок. Здесь тройка. И вот там, поскольку нолик, то там понятно, куда дальше идет. На линии. Да, совершенно верно. И внизу также. А почему так? А, потому что у нас либо вот так идет. А, это так, просто из-за того, что двойка в углу. Да. Понял. А здесь в этом варианте уже без разницы. Поэтому лучше побольше площадь здесь. Нет, совсем нет, 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 нет. Решение это единственное как раз. Решение единственное. Нет, да. Да. Здесь вот так мы пойти не можем. Это отрезок сюда не может идти, потому что ему потом. Ну, вступить, да, не может. И сюда не может идти, потому что здесь это. И тут тройка. Значит, идет только. Нет, я не понял, почему вниз не может. Если он пойдет вниз, то тройку уже не получится сделать. Потому что у нас уже здесь. Ну да, согласен. Да. И сюда не может идти. Не может. Значит, направо. Да. Здесь тройка. Здесь не может. Так. Отлично. Единицу мы уже это сделали. Здесь тоже не может быть. Может быть тут. Здесь. Отлично. Здесь еще можно вот эти линии нарисовать. Почему? Потому что, Тут отрезок проходит, и один из них останется. Да, согласен. Отлично. Сейчас мы вот этот отрезок открываем здесь, крестик, крестик, можно только сюда идти. Ну, то, что единица, да. Да. Наверх мы не можем пойти, потому что потом мы в тупик попадем. Угу. Замечательно. Если мы сюда, значит, так. Покажите просто рукой, как она идет. Значит, она начинается. Петляет, петляет. Заметьте, это мы уже все знаем. И здесь знаем, и здесь знаем. Да-да-да, отлично. Так, так, так. Ну и вот осталось понять в верхней части доски, что у нас будет. Правый в него можно смотреть, там будет как вот эти два отрезка, да. Два отрезка. И единицу мы уже сделали. Значит, так уже двойка идти не может. Она только вот так идет. Замечательно. Эта двойка вот здесь не может идти. А что бывает? Ну да, тут не бывает этих отрезков. Значит, вот здесь и вот тут. Так нет, и вот. Да, теперь мы здесь продолжаем. Конечно. Так. А здесь.
Так, и вообще вот этот верхний угол, посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть правее, чем вы сейчас смотрели, там тоже, да, вот там тоже естественным образом замыкается, правда? Да. Если мы продолжаем. И здесь у нас вот так вы можете идти, потому что у нас здесь уже есть забор. Да. Потому что идет так вот вот этим способом. Идет так, это уже две. Вот так. Угу. Все? Все замкнулось? Да. Отлично. Молодец. Спасибо. Ну, смотри, вот на тему мы не потому, что так было больше внутри, а потому что двойки второй уже хватало линии. Понял? Единственное решение. Единственное решение. Да.